этот штамп будет. Даже не хочется объяснять. Понимаете? Вот просто ехать в своей машине и просто минуту послушать какую-нибудь хорошую, любимую песню, порадоваться жизни, так сказать, да? И вам настроение поднять. А нет. Хрен вам. Хрен. Авторские права. В общем, очередной раз я убеждаюсь, что Инстаграм и Фейсбук, вот, это... Ну, как бы я уже с Фейсбуком я уже завязал года как два, вот, с этой полуфашистской организацией. Надо, видимо, и с Инстаграмом завязывать. Нет, не эфир, эфир прервали, потому что Тимберлейк был в этом, музыка и авторские права сразу. Ну, то есть, понимаете, вот спрашивается, нахрена ты эту музыку написал, если люди... Но ты уже получил за нее деньги, ты уже получил за нее Грэмми, ты уже получил за нее, ты с концерта не по всему миру проехал. Ты уже собрал с этой музыки десятки миллионов рублей. То есть, в смысле, там, ну там, рублей, долларов, там, да, и так далее. Оговорочка, долларов там, да? Вот. Хочется сказать, что ну дай ты людям просто послушать и потащиться у себя в машине, попеть, потанцевать и так далее. Людям радость подари. Что ж ты, сука, все за деньги? Ну вот все за деньги. За то, что мелодия прозвучала где-то на какой-то радиоволне, а им капает доллар. Доллар, один доллар. То есть вот как бы, чтобы вы понимали, да? Есть там разные условия, но я знаю, что как бы, ну, за прозвучавшую мелодию авторские права радиостанция платит доллар. Ну, то есть, вот она там в течение там, дня, там, грубо говоря, там 200-300 там, треков прокрутила, вот, она там, заплатила за это, грубо говоря, там, $300 там, каждому там, правообладателю и так далее. Вот. Я думаю, может это, наложить права, не знаю, на кислород, вот, и со всех стричь деньги за то, что дышит воздухом. Ну, в общем, по мне, так вот это вот жлобство. Этой песне уже больше 10 лет, этому хиту. Ну, то есть, он уже и он, и композитор, как бы, да, там, и продюсер, и черт лысый. Они уже заработали на этом десятки миллионов. И все равно авторские права. И все равно авторские права. Вы понимаете? Ну, то есть, вот, я этого понять не могу, честно говоря. Казань, привет, да. Орск, здрасте. Привет. Да. Так что вот так. Поэтому вылетел исключительно просто потому, что у меня в моей машине, из моего приемника, я не хочу как бы слушать. Само лезет же, вы понимаете? Погода в Москве, да так себе, дрянь. 21 дождь. Вчера целый день дождь, сегодня тоже дождь. Вчера было очень было вчера душно, жарко, прямо до ужаса. Прямо реально дышать было нечем. И потом дождь как лупанул, сейчас температура упала, все хорошо. Привет, Кемерово. Привет из Павлодара, Казахстан. Как делишки? Послезавтра уже 49? Да, послезавтра 49. А что делать? Время идет. Магомаева и Мартынова блокируют. Ну, тоже. Короче, я думаю, что, знаете, самые лучшие это народные песни. Вот. Жадность, да, это то, что действительно у людей безгранично. Вот. Не любовь, не доброта, а жадность. Да. В Кирове со спектаклями? Без понятия, если честно. Сургут, Южная Корея. Где только нету нашего человека. Да. Так, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем небольшую пробочку, да? Ну ладно. Орск. А Омск. Был Орск, теперь Омск. Что для нас... Ну, Юрий, что для нас добрый молодец? Ну да.
съемки, да нормально все проходит, я говорил уже, что сегодня закончили первый блок из 4 серий на Березовой роще. И там дней через там, 8-10 начнем снимать второй блок. Спасибо. Мы везде. Это точно. Привет из Минска. Здрасте. Сегодня у Соловьева услышал какой-то азербайджанский деятель. Выступил, как бы там что-то Жириновский опять ляпнул. Вот. И он как бы там ответил. Но ответил не Жириновскому, как бы, а всему его народу, а потом еще и русских приплел почему-то. Ну, то есть, да, как бы, чтобы, ну, было понятно. Жириновский, как бы, ну, он же еврей, по папе, скорее всего, и по маме тоже, но по папе точно. Вот, и он, короче, этот какой-то там заде чего-то, вот, и... Очень оскорбительно. И сегодня, конечно, Соловьев там прошелся там по нему. Там сразу, вот понимаете, в чем дело? Нужно вообще, конечно, следить, особенно взрослым людям. А он какой-то там сын какого-то достаточно уважаемого азербайджанского поэта. Я не силен в азербайджанской поэзии. Вот, в силу того, наверное, что, ну, как бы, ну, не интересовался. И, возможно, она не переведена на русский язык. Хотя его папа при Советском Союзе там, ну, был обласком. И вообще в целом. А это его сын, получается. Ну, как, тоже уже в годах дядя, уже такой там уже, хорошо там за 60. Но я послушал, что он говорил, ну, как бы по-хорошему, да. Это, конечно, статья. Это статья. Вот. Не хочется повторять все, что, как бы, было сказано. Я думаю, желающие могут в интернете посмотреть. Ни в коем случае не должно это для умных людей быть разжиганием межнациональной, как бы, там, какой-то розни и так далее. Вот. Ну, нечего уподобляться кретинам, да, невзирая на их национальную и религиозную принадлежность. Но в целом, как бы, ну, ты понимаешь, что человек наговорил, короче, там, ну, много лишнего, очень много лишнего. Вот. Так что вот так. Не слышали, да, не интересовались. Все были обласканы, кто не из РФ. Вы знаете, ну, не могу согласиться. Не могу согласиться. В принципе, как говорится, всем сестрам по серьгам было всегда. Всегда было. Да, был, может быть, немножко, как я считаю, знаете, как это. Вот смотрите, Англия, например, была колониальной империей номер один, да, и достаточно жестоко обращалась со своими колониями. Ну, то есть там не чуралась там, как говорится, огнем и мечом приводить всех в чувство, в отличие от России. Вот. И ничего, слушайте, прошли уже годы, а бывшая колония прямо вот, что называется, до сих пор считает королеву английскую главой, как бы, своего государства, и они там просто ссутся кипятком от Англии и говорят все на английском, и прямо вот Англия, Англия, Англия. Причем Англия никого не ласкала, наоборот, всех, как говорится, мордой об асфальт, в пыль, в грязь и так далее. Вот. А вот что касается Советского Союза, там, да, там, ну и России, как бы, как основной, так сказать, Российской Федерации, как основной, как бы, скажем так, ведущей республикой в СССР, то да, да. Обласканы были все. И что толку в результате? Стали врагами. Первые же предали самые обласканные. Вот. И сейчас врагами и так далее, и так далее. Стали. Поэтому я говорю, что надо делать выводы. Соловьева вы не смотрите. Напрасно, напрасно. Смотреть нужно все, понимаете? Ну, как сказать, кругозор должен быть разнообразный. Можно смотреть и «Дождь». Можно смотреть и «Медузу», можно слушать и Соловьева и так далее. Ну, потому что, чтобы, знаете, как это, не становиться упоротым, так сказать, знаете, однобоко развитым. Нужно слушать разные, иногда противоположные информационные какие-то вещи, да, для того, чтобы самому принимать правильное решение. Правильное решение, ну, то есть, как бы... Это называется, ну,
это, ну, это просто уважать себя. Ну, нельзя же верить там первому попавшемуся, даже если вам очень нравится первому попавшемуся информационному агентству. Надо вообще посмотреть все, что говорят об этом другие, я еще раз говорю, противоположные даже источники. А потом сделать вывод самому. Вот в чем дело. А то, что вы не смотрите Соловьева, ну, могу только вам посочувствовать. Там есть достаточно много очень интересной, объективной информации. Вот и все. Вот и все. Я не призываю вас стать адептом Соловьева и верить всему, что он там говорит. Я вообще вам предлагаю не верить вообще всему, что говорят в СМИ. Потому что СМИ — это сейчас средство управления вашим сознанием, вашими эмоциями. А когда вы на эмоциях, то у вас мозг отключается, потому что эмоции и разум – это две разные составляющие человека. Когда включаются эмоции, разум отключается. Почему люди, которые влюблены, совершают глупости? Люди, которые там, допустим, там разозлились, там вышли из себя, совершают страшные преступления и так далее. Потому что составляющая здесь эмоциональная, мозг отключается. А я призываю все время, вот услышали что-то, да? Вас это так, это, так сказать себе, стоп, стоять, Зорька! И пытаться разобраться, зачем хотят вас вывести из себя, вас направить куда-то, для каких целей. Люди решают какие-то свои цели и задачи при помощи вас. Вы инструмент, вы бараны, вы патроны, вы расходный материал. Всегда включайте мозг, никогда не верьте. Не верьте никому и ничему. Ищите, как говорится, и обрящите, но никому не верьте. Ни одному информационному агентству. Они все продажные. Они там, вот те, кто там сидят и говорят, они все получают за это деньги. Так что так. Так что так. Никогда. Вы можете эмоции проявлять только когда смотрите фильмы с моим участием. Я для этого и работаю. Чтобы вы посмеялись, поплакали, погрустили, повеселились и так далее. Все. Вы можете пойти в театр. Вы можете пойти на, не знаю, концерт. Вот там эмоции, сопли, слезы, смех, радость и так далее. В остальной жизни. Контроль, контроль. Иначе плохо все кончится. Так что так вот. Да, государство не только с нами, во всем мире так сейчас. Вы что думаете, что только у нас государство, что ли? Не пеняйте на государство. Государству деваться некуда. Во всем мире так сейчас управляются народом, массами и тому подобное. Поэтому смиритесь. Еще раз говорю, включайте просто голову. Вот и все. И тогда никто, ни государство, ни блогеры, никто не будут иметь над вами власть. Вы будете иметь власть над ними, потому что вы будете думать, делать правильные выводы, не те, которые им нужны, а именно те, которые вам нужны, и так далее. Они станут беспомощными. Да, для этого нужно, ну, много читать, много интересоваться, да, уметь мыслить, задавать себе вопросы, даже неудобные. А самое главное, честно отвечать на эти вопросы. Ну, потому что больше никто вам на них не ответит, кроме вас самих. И вот тогда, все блогеры, все средства массовой информации, государственные, коммерческие и так далее, ничего с вами не смогут сделать. Здравствуйте из Омска. Привет. Думать всегда полезно. Думать это должен быть образ жизни. Вывод, плывите по течению, господа. Ну, давайте закончим дискуссию, как говорится, у вас. Вы не глубоко копаете, нам не по пути. Вы не глубоко копаете, да. Это, наверное, привычка может быть просто. Ну, лень бывает просто, лень, да. Главное внимательно слушать, да. Главное внимательно слушать и стараться понять, а не ответить. Ошибка человека в том, что мы часто очень слушаем для того, чтобы ответить, а не для того, чтобы понять, что человек говорит. И сделать выводы. И иногда, наверное, просто промолчать, как говорится, послушал и промолчи. Так, знаете, про себя так скажите. И все.
Привет, Беларусь. Слушайте, батька ваш красавчик, конечно. Я честно скажу, я пытался посмотреть 8-часовую его пресс-конференцию. Не, я сломался где-то на 2-м часу. Я сломался. Начал просто уже так, знаете, уже просто пролистывать, как говорится, как пальцем, как говорится, в небо. Ну вот на что попал. Красавчик, батька. Хитрющий. Хитрющий. Я таких хитрых, как батька, я таких не встречал. Хитрющий. Но стоит отдать. Знаете, вот есть хитрость глупая. Такая, знаете, такая примитивная хитрость. Вы знаете, вот как вот большинство... Есть вот большинство женщин, простите, как бы, да, ну, мой жизненный опыт, как говорится, сверху. Есть такая порода женщин, их достаточно много, я бы даже сказал, подавляющее большинство. Сука обыкновенная. Вот такая она прям вот, ну, вот прямолинейная, простая, примитивная, неинтересная. То есть, как бы, да, вот, ценятся очень суки необыкновенные. Это прямо вот сказка. Вот, вот это вот, если такую женщину себе нашел, держи ее возле себя, потому что жизнь, как говорится, будет просто интересная и веселая. Вот. Так вот, а батька в этом плане, конечно, еще тот сукин сын, я вам скажу. Я его слушал вот так вот просто. Но умный, зараза. Умный и хитрый, хитрый и умный. Это самые опасные люди. Самые опасные люди, хитрые и умные. Не примитивные. Которые, знаете, такие, схитрил, как говорится, да? Вроде всех обдурил, но в результате как бы все понимают, что он, ну, что, кто он в самом деле есть. Вот. А Лукашенко, конечно, блин, вот можно, можно по-разному к нему относиться, но у него, вы знаете, есть достоинство, достоинство, которое прямо вот ценится. Вот мной я такие вещи такие ценю. Такие вещи ценю. Он, конечно, молодец. Молодец, как говорится. У него бы поучиться. Всех, всех, как говорится, на место поставил. Всех. Но здоровье, конечно, я вам скажу, у него 8 часов говорить. Вот знаете, вот как мне рассказывают про больного и старого Путина, да, который там умирающий, да, там на Украине там постоянно, постоянно. Путин, все, подивиться на Путина, вину, все, у него рак. Они уже лет, наверное, 10, лет 10 ждут, когда Путин умрет. Он уже все у них, каждый день у них все. Вот. И так далее. И каждый раз Путин выходит на крещение, старый больной Путин выходит на крещение, погружается в прорубь, потом проводит еще встречи с журналистами, проводит встречи, там какие-то конференции и так далее, по нескольку часов там без остановки разговаривает, демонстрирует знания просто всего вдоль и поперек, причем с цифрами, с фамилиями и так далее, и так далее. Но батька стоит... Стоит заметить, батька, конечно, переплюнул Путина просто в этом вопросе. 8 часов, Матерь Божья! Я в какой-то момент даже потерялся. Я что-то начал смотреть, потом что-то ушел, потом вернулся, потом понимаю, что думаю, это повтор, что ли? А потом я понимаю, что не повтор. Это еще вот так, это вот та пресс-конференция, которую я начал смотреть. Так что белорусы, вам есть чем гордиться на самом деле. Может, я говорю, он и сукин сын, но он ваш сукин сын. Берегите его, потому что это уникальный человек. Уникальный. Так что вот такие дела. Да. Что еще интересного? По поводу скандала с этими нашими девчонками. Ну, как говорится, я уже об этом говорил, повторяться не буду. Мне здесь одна товарищ из Израиля упрекнула в том, что типа, а вот ваша там типа потеряла ленту. Я такой как бы думаю, интересно. Зашел в YouTube. В YouTube нашел соревнования в Братиславе за 19-й год, по-моему. Или 18-й. Что-то вылетело из головы. Ну, не суть важно. Три часа шли соревнования. Это уже был уже финал. 8 лучших спортсменок выступали вот как раз в этом многоборье. Значит, мяч, булава, обруч и лента. И действительно, наша гимнастка выронила ленту. Вот. Но она сначала в ней запуталась и потом выронила. Ей сняли балл. Но из-за того, что она... была, ну, как бы просто на голову выше всех, то она даже с этим баллом в результате, ну, снятым, взяла золото. Представляете?
Аверенных. У Аверенных тоже день рождения 13 августа. Отлично. До 1936 года будет править Путин? Ну, хорошо, ладно, ладно. Ну, пускай правит. Я что, я ж до 1936 года, пускай... До 2036 года. Вы знаете, я сомневаюсь. Я думаю, что он будет возглавлять Государственный совет. У меня вот почему-то уверенность в том, что все, что вот как бы вот я знаю, а в силу некоторых обстоятельств я как бы знаю кое-что, я знаю, что он, скорее всего, не пойдет на следующие выборы. Понятно, что это, ну, под вопросом большим, я тоже могу ошибаться. Но у него есть Государственный совет. Слушайте, зачем ему быть президентом, когда есть Государственный совет? Это высший орган власти в нашей стране. То есть Государственный совет, он стоит даже над институтом президента, чтобы вы понимали. Госсовету будет подчиняться войска, МВД, контрразведка и так далее. Поэтому смысл ему быть президентом, когда он может, собственно говоря, возглавить Госсовет, причем там, насколько я понимаю, будет пожизненная должность председателя Госсовета. И он будет себе спокойно дальше держать руку на пульсе государства, а президент у нас будет другой. Вот, и президент, и премьер-министр будет другой. То есть, грубо говоря, Путин будет вмешиваться только в тех ситуациях, которые будут являться, ну, опасными для национальной безопасности, целостности страны и так далее. А все остальное, ну, будет решаться там президентом и премьер-министром. Так что вот я думаю, что скорее всего будет так. Ну, это логично. Вот если бы я был на месте Путина и поправки в Конституцию бы прошли, я бы так бы и сделал бы. Я бы возглавил бы Госсовет и все. А президентом, ну, президентом по мне так, я, например, как бы думаю, что это может быть вполне Мишустин. Вполне может быть. Хотя на самом деле, учитывая, что премьер-министр занимается внутренними проблемами страны, то Мишустин сейчас на своем месте. Потому что он, во-первых, он державник. Он такой прямо государственник. У него очень хорошая команда. Он технарь. И это то, что сейчас необходимо России, абсолютно точно. Президентом, как бы, я думаю, мог бы стать, например, Шойгу. Вполне. На 6 лет Кожугедович может стать президентом вполне. Он знаковая фигура в нашей стране. Он абсолютный авторитет. То есть Шойгу примерно, ну вот как бы, да, понятно, что сравнивать, наверное, некорректно. Но вот по мне, как бы, Шойгу это примерно как Примаков Евгений. По авторитету среди людей, населения, там, мужской части, грубо говоря, нашей страны. Потому что мужики Шойгу уважают очень, как бы он прям молодец. Поэтому мне кажется, что Шойгу может стать президентом, а учитывая, что Мишустин, он там, насколько у меня там, года на 4 меня старше, то есть он вполне, собственно говоря, может еще побыть премьер-министром для того, чтобы решить очень важные технологические проблемы в стране. Ну, перестройка. У нас сейчас идет подготовка, как бы, ну, шестая индустрия, или пятая, или шестая, я сейчас не могу точно вспомнить. Ну, короче, у нас сейчас перестройка экономики идет. Очень важная, очень серьезная. Система управления экономикой, система управления государством в целом меняется сейчас. И Мишустин как технарь, Мишустин как цифровик, он на своем месте, я считаю. Поэтому посмотрим. Ну, просто интересно. Вот. Так что так вот. А кто вам сказал, что Путин уйдет? Я еще раз говорю, вы не слышите. Вот, ребят, проблема человечества в том, что мы, не слышим, или если слышим, то только для того, чтобы ответить. Понять пытайтесь то, что вы слышите. Понять. Не надо как бы в ответ ничего говорить. Просто послушайте, да, вот как бы, пускай в голове уложится, там, да, там, шарик с роликом там сойдется и так далее. Не это. Я еще раз говорю, Путин возглавит Госсовет, высший орган власти в нашей стране по Конституции. Вот и все.
Да, шестой технологический уклад. Перестройка, да, подготовка и перестройка. Вот, да. Здрасте, здрасте. Конечно, ничего не меняется. Но неужели вы думаете, что элита, которая пришла к власти, просто так передаст ее какой-то другой группировке, другой элите? Ну, вы же не настолько наивные люди. Там наверху есть определенный круг людей, в который очень тяжело попасть, из которого практически невозможно выйти. Это билет в одну сторону. Это так называемая политическая элита нашей страны. Вопрос только в том, что внутри них происходят некие перетрубации. Кто-то берет верх, кто-то, как говорится, сдает позиции. И, скажем, отходит отдел, но тем не менее не является, ну, как это, бывшие, как говорится, бывших разведчиков не бывает, так точно так же и руководителей в стране. И они тоже не бывают бывшими. Поэтому вопрос же в том, что как бы, чего они хотят. Как бы, да и что в этой ситуации, какой плюс для народа? Хотя вы же должны понимать, что страна, да, и прежде всего народ, это как бы, ну, в каком-то смысле средство, при помощи которого решают проблемы страны. За наш счет решают проблемы страны, потому что защищаем страну, мы жизни свои отдаем, работаем и так далее, и так далее, и так далее. Это все делает народ. Но мы живем в стране. Если вы не хотите, то вы можете страну покинуть. Найти себе другую страну, в которой вы будете выполнять то же самое. Но, возможно, за другие деньги. А может быть и вообще даром. Это как кому повезет. Поэтому вопрос же в том, что мы должны четко осознавать, что многое очень зависит от нас. И мы должны доверять управлению страной определенной группе людей, которым должны верить и за которыми должны идти. Так устроена вся система мировая. Поэтому здесь никуда не деться. Можно сколько угодно жаловаться, но если не нравится, просто берете и уезжаете в другую систему в целом. В другую систему. Я считаю так. Ну а что мучиться? Что мучиться? Ничего не поменяете. Ничего не поменяете. Поэтому или принять, понять и стать соучастником, как говорится, процесса, или забить нахер все и уехать туда, где вам кажется лучше. Вот и все. Вот. На пандемии кучу денег. Ну, кто-то, конечно, заработал. Почему нет? Почему нет? Я думаю, что если бы вы были среди тех, кто заработал, вы бы не жаловались сейчас. Вы бы сейчас не жаловались. Вы бы сейчас зарабатывали и с удовольствием бы думали, куда бы потратить теперь. Так всегда. Кто-то на войне зарабатывает. А что делать? Ну что делать? Ну вы же все взрослые люди. Ну вы как-то вот, знаете, вот такие вещи какие-то говорите. Вот. Нас и здесь неплохо кормят. Ну, как мне тогда кажется, что неплохо. Неплохо. Потому что я знаю много мест, где вообще не кормят. Готовитесь к роли, молодцы. Так что вот такие дела, да. Вам не отвратительно целоваться с партнерами во всех фильмах вы целуетесь. Фу. Ну что делать, да. Целуюсь. Такая у меня работа. Знаете, количество нулей после цифры компенсирует мне очень много. Это раз. Во-вторых, все мои партнерши, красивые, умные, талантливые женщины, ухоженные, с прекрасными зубами, которые пользуются еще и освежителем рта перед поцелуем или просто жвачкой. И вообще не офигенные женщины. Поэтому мне не противно. Фу, не про меня. Иногда даже делаем по нескольку дублей специально, так сказать, чтобы закрепить результат. Вот, так что так. Хотя, признаюсь честно, я очень не люблю в своей профессии съемки постельных сцен. Ну, потому что это тупо неудобно. Когда вокруг кровати человек 10 стоит, вот. И тебе в этом случае нужно играть любовь.
Я очень не люблю ночные смены, ночью сниматься не люблю. Прям очень не люблю. И я не люблю драки снимать. Драки. В кино драки снимать. Не люблю. Это очень травматично, это очень затратно, это очень, ну, иногда очень глупо и не нужно. Но тем не менее. Вот. Ну, вы знаете, деньги компенсируют. Я не мать Тереза. Вот. Я не мать Тереза. Я очень люблю свою работу за то, что в ней все-таки я получаю огромное удовольствие от множества других вещей. Плюс еще деньги. Это тот случай, когда, в принципе, все по любви, когда это и работа, и хобби, и увлечение, и средство к существованию. Ну, мы иногда импровизируем. Сначала же репетиция идет. Мы же сначала как? Выставляем свет, звук, там подсветки, там трали-вали. Оператор с камерой становится. Там же тоже нужны ракурсы правильные, чтобы это было красиво и так тому подобное. Ну, это как снимать порно. Порно, да, выглядит не так, как выглядит обычный бытовой секс. Порно все-таки снимают красиво. Для этого есть ракурсы, для этого есть подсветки, для этого есть какие-то беспроигрышные позы и так далее, и так далее. В жизни все намного, скажем так, прозаичней. Это вот здесь нам кажется в голове красиво. Вот. На самом-то деле нет. Так вот, в кино нужно так умудриться снять, чтобы было не пошло, красиво и по-настоящему. Так что так вот. Поэтому это очень тяжелая и очень важная работа оператора и его помощника. Поэтому мы сначала репетируем. В процессе этого мы понимаем, как это нужно сделать, какие должны быть ракурсы у камеры, чтобы герои были красивые, банально. Даже когда мы целуемся, это нужно снять красиво. Так, что-то здесь, секундочку. Я что-то куда-то заехал, я уже понимаю, что я попал куда-то. Не туда. Или попал туда. Сейчас, момент. А, нет, вроде все как бы это. Правильно или неправильно. Ремонт дороги идет. Ладно, сейчас разберемся. Так что вот такие дела. Поэтому порепетируем, а там уже в процессе репетиции уже будет понятно, как говорится, что, куда и как это снимать. Да. Ну, это правда, постельные сцены, вот поверьте, это вот по мне, это кошмар. Я очень не люблю постельные сцены снимать. Заговорился с вами, да, уже долго, что ли? Ну, сейчас я уже как бы тоже, в принципе, приехал. Просто тут впереди дорога, и передо мной трактор едет, меняет дорогу. Вот, беспощадный Собянин уже третий раз меняет асфальт. Понимаете, в чем дело? В кино эстетика тоже очень важна, потому что в кино это визуальная история. Визуальная. Вот в чем дело. Поэтому надо просто красиво еще снять, чтобы картинка была красивая. Поэтому это очень важно. Ставрополь, привет! Здрасте! Да. Так что так. Спасибо! Да, друзья мои, ну мы будем заканчивать по той простой причине, что я приехал, мне нужно кое-что там отнести, забрать и так далее. Вот, да, спасибо. Что для мужчин? Для мужчин. Что? Ставрополь. Да. Сейчас новую технологию асфальта с добавлением серы внедряют. Не говорите про добавление серы, потому что сейчас скажут, что нас с вами пытаются отравить. Уже дорогами отравить, не просто уже убить при помощи вакцинации, а еще и дороги серой. Многие же люди не утруждают себя, так сказать, пониманием. Вот, начнут это как с вышками G5. Вы слышали, да, кстати, что при помощи вышек G5 будут делать, в реальном времени будут делать операции любой практически сложности, дистанционно. Скорость передачи команды и восприятие, как бы, да, настолько велики, что полное присутствие, как бы, человека, вот, ну, грубо говоря, в реальном времени. Нет ни задержек, ничего. Вот. G5. В микродозах. Да-да-да.
Поэтому да, лучше, я говорю, аккуратнее. Сера, вы сейчас про серу сказали, у людей же как бы, да, они же, ну, сейчас реально начнут нести чушь, что серой пытается отравить всех, да. Да, я, кстати, так голову и не помыл, приехал прям с укладкой, с сединой благородной. Как, куда я приехал? Зачем вам? Оно вам надо, вот скажите, вот куда я приехал? Вот зачем вам? Вот зачем вы этот вопрос задаете? Что это изменит? Я не скажу. Добрый вечер. Здрасте. Да, други мои, да, будем заканчивать. Вы любите арбуз или дыню? Я люблю арбуз. Для кожи полезно. То есть какой-то, я уже выхватываю уже какой-то между собойчик уже какой-то выхватываю там разговоры, да? Да-да-да. Я люблю салат, да. 13 числа у меня будет съемка. Нет, 13 числа у меня выходной. Вот. Юрий, когда в Питер? Наверное, скоро, не знаю. Сейчас там будут пробы. Фильм в Питере снимается. Если будут пробы, если утвердят, если все как бы получится, то столицу перенесут в Сибирь. Вы знаете, вот я вам честно скажу, опять-таки к вопросу о Шойгу. Вот еще минуту вашего времени. Хороший вопрос, кстати, задали. Вот я бы столицу перенес бы в Сибирь. И я бы вообще в Сибири бы действительно, как сказал Шойгу, построил бы 4-5 каких-нибудь очень крутых, технологически просто важных, просто вот реально я бы построил бы в Сибири какой-нибудь такой, знаете, национальный ковчег спасения. Ковчег спасения. Урал, Сибирь – это самые безопасные территории для нас, я считаю. То есть, есть большой смысл в том, чтобы там построить что-то. Есть такой Жак Фреско, если не ошибаюсь, правильно его зовут. Очень умный дядька. У него есть такой проект «Венера» называется. Можете на Ютубе поискать. Жак Фреско, по-моему. Жак Фреско. Проект «Венера». Вот если я правильно понял Шойгу, то о чем-то подобном они, видимо, тоже помышляют. Исходя из теории Жака Фреско о новых цивилизациях, новых городах. Знаете, вот переход, а как бы не только технологический уклад поменять. Нам нужно с вами поменять моральный, этический, религиозный уклад жизни вообще в целом. Поменять надо. Нужно делать шаг вперед. Потому что процесс разложения, мы слишком много и долго стоим на одном месте. У нас начинается цивилизационный уже такой, знаете, момент разложения. Падение нравов, падение искусств каких-то там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это, в принципе, ну вот, надо какой-то толчок давать, и нам нужно переходить не только на новый технологический уклад, но и вообще на новый образ жизни. В целом, человечеству, даже хрен с ним, с человечеством, возьмем нас, россиян. Нас, россиян, возьмем. Нужно делать рывок вперед, потому что иначе мы начнем деградировать. Это очень-очень важно. Поэтому я считаю, что да, наверное, есть смысл России перенести столицу. У нас две столицы есть, там Москва, Питер, но одна такая культурная столица в каком-то смысле, вторая там какая-то деловая, там финансовая, наверное, столица — Москва. Да, ну что, все деньги в Москве, если так на то пошло. Нам нужна столица, грубо говоря, политическая столица управления вот всей нашей огромной страной. Не может быть столица смещена где-то в одну сторону, понимаете? Вот у нас Москва ближе к Европе, а за Москвой еще вся остальная Россия. И вот, грубо говоря, контролировать всю остальную Россию очень тяжело и неудобно. Россия, Урал, вот знаете, вот Урал и Сибирь — это как мать и отец нашей страны. И я считаю, что где-то вот в этом месте нужно строить новую столицу, причем управленческую столицу, высокотехнологичную, и нужно строить там 4-5 городов-спутников, как сказал Шойгу, да, ну там на 4, лучше 5 миллионов жителей. Но я бы строил с таким расчетом, чтобы в каждом городе можно было там, ну еще хотя бы там по 5 миллионов в случае необходимости какой-то катастрофы,
военных действий еще 5 миллионов разместить. Ну, то есть, грубо говоря, как минимум, чтобы полстраны можно было там разместить относительно комфортно, но главное, безопасно во всех отношениях. Как в военных, как в климатических, там и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот такой ковчег нашей стране нужен. Нужен обязательно. Нужен. Это самое безопасное место на планете. Сибирь и Урал для нас, для россиян, это самое безопасное место на планете. Таких мест немного. Они еще есть, но вот это вот очень такое, где может быть много людей спасено в случае чего. Вот по мне, как бы, я вот так думаю. Да. Все. Что это даст? Ну, может быть, вам ничего не даст. Не пробовали просто подумать, а не сразу задать вопрос. Ну, найти ответ самой. Самой. Вот просто задуматься, интересно, да, подумать. И если что-то как бы непонятно и так далее, тогда задавать вопросы. Ну, я считаю, что человек сам должен отвечать на какие-то вещи, которые у него там, которые он услышал, там и так далее. И в крайнем случае обращаться за помощью, если, ну, там, не хватает, может быть, там, мозгов, там, или там очень много чего-то непонятного, или есть, как бы, ну, там, своя теория, хотелось бы, ну, чтобы они состыковались. Для чего нужен ковчег? Знаете, как говорится, лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Мне кажется, так. Ладно, все, я всех обнимаю, будьте здоровы, пока-пока. До скорой встречи.